запись не начал. Обычную, но здесь даже 16 этажей. Тут два лифта. Что, приятно? Ага. Вот это заснял? О! Крупным планом. Ох ты, что это? Вау, слушай, да, это что-то интересно. Это мы как едем. По шахте. 16 этаж. Так, тут без вида из окна. Это в тампах. Тут, к сожалению, без вида из окна. Яблоко висит над нами. Квартиру пойдешь? Да, это... Тут еще надо открывать, и тут. Слушай, а может попробуй по шахте движение заснять? Ну, если ты видел вот эту вентиляцию, тогда давай мы не будем на первый спускаться. Сейчас приедет этот лифт. К сожалению, вида нет из окна. Так, ага. Опять? Ну, поехали, ладно. Так. Ну, смотри, как видно, хорошо. Ну, по лестнице просто заметь, хочу обратить внимание, не по тросу едем, видишь? Вот эти направляющие, это рельсы. Так, какой этаж? Класс. Может, обратно? Третий этаж. Давай наверх. Тебе давай наверх заснимем. Поехали. Видишь? Так, на 14 выйдем, давай. Ой, ты что увидела? Это правило. Ой, ты что увидела? Значит, ты не увидела. А, ну вот тут еще вот есть. Отправил. Что-то за вами не приехал. Нет, здесь нету, к сожалению, балкона.
Он же работал в тоннеле, я видел. Это кто-то, видимо, пытался вырвать. Ну, вообще, на этом месте, где я стрелял, должен быть вентилятор. Ну, кстати, почему-то какого-то фига нет. Поехали, что теперь? Мне кажется, что-то тот не работает, пока. Или что? Вот же я видел, что он работал. Угу. Так, это нас остановили. 12 этаж. Так, ну мне кажется, одинаковая здесь грузоподъемность. У меня есть такое подозрение, 630 это. Тут уже не видно ничего. Ну да, потому что здесь есть вентилятор. Вот тут здесь, если что, видно. А, там еще плюс свет в шахте горел. Тогда, да конечно. Я говорю, не виден свет. 9 этаж. Так, мы не выходим. Кстати, вон, я посмотрел, куда нажал. Обрати внимание. Это в подвал. Угу. Что, может, до подвала? Ну, это там, по-моему, только это подземный паркинг, судя по всему. Во, смотри, куда приехали. Ну смотри, ну правда здесь ничего интересного тут нет. Нету здесь ничего интересного. Ну это подвал. Так, включаю для тебя свет. Выходить не хочу. Нет, где? В шахте включать свет? Нет, это включили сейчас свет. Ну пошли. О, кстати, слушай, вот прикольно, буду замок поставить. То есть только здесь коды. Так, ну что, пойдем? Правда? Да вот кодовый замок. Ну, да, здесь есть четвертый. Угу. И вот еще со второй.